Ну вот, доехал я до водопадов Руфабга. Вот здесь такая будочка, и проход через мост уже будет платный. Вот. Интересно, сколько стоит. Так, монета 150 рублей. Какие-то интересные монеты здесь. Непонятные. Здрасте, а сколько проход стоит? 500? Цены вот какие. Детский 200, до 5 лет бесплатно, взрослый 500. В общем, вот такая схема местных достопримечательностей. Мы сейчас находимся между Каменномостским и Даховской. Ладно, пойдем посмотрим, что там, какие это водопады там будут интересные. Подготовка к туристическому сезону полным ходом идет. Все пилят, что-то режут, делают. Сейчас туристов мало. А вот смотрите, хатка адыгейская. Знаменитые адыги-черкесы в истории России. Кошки. Туристов нету, да? Не кормят вас. По дороге есть такие вот лавочки. Можно присесть, отдохнуть, послушать шум горной реки, насладиться тишиной. Для тех, кому такая лестница покажется крутой и длинной, видите, оборудована площадочка для отдыха. Водопад называется Шумный. Не упал. Брызги долетают сюда. Так, красиво. Все. Вот. А здесь написано, что кто-то любит Диму. Видите? Дима, я тебя люблю. Вот. Ну, в принципе, это и так все знали, потому что даже песня есть такая. Я люблю тебя, Дима. Что мне так необходимо. Наверное, многие ее слышали. Так что можно было и не писать, я считаю. Тем более в таких местах живописных не надо писать там про Диму, Васю, там Петю. А вот это мешки для мусора висят. Ну и мусора, кстати, надо заметить, здесь нету. И вообще, люди, не бросайте мусор, пожалуйста, на природе. Увозите в города. Не надо вдоль дорог бросать тоже. В населенном пункте мусор уберут рано или поздно. А вот в таких местах, диких, в лесах, ну, будет он там валяться, ну, звери там будут его трепать. Убирайте мусор за собой, пожалуйста. Здесь такой узенький проходик. Классно. Прям нависает. Какие-то камни упали сверху, видимо, скатились гигантские. Вон еще впереди такие. Да, живописная тропиночка.
Тут от такой красоты даже вот кто-то курить бросил, видите? Кинул сигарету, видать, и говорит, все, не буду больше курить. Такой-то здесь воздух свежий, надо дышать свежим чистым воздухом. И бросил курить. Вот. А вот нашу тропу пересекает ручеек. Вот из таких ручейков потом и складывается такая бурлящая горная река. А впереди виднеется какой-то мостик и какой-то водопадик. Сейчас мы будем смотреть, что это такое. Вон, видите, это вот сверху из этого расщелины такой. Камни, деревья, все постепенно стаскивает вниз. А вот тропа проходит под уступом каменным. Такой вот уступчик. Тут можно даже присесть. Получается гротик такой неглубокий. Смотрите, какое гигантское дерево вырвало. Сейчас мы переходим на ту сторону реки. Внимание, друзья, как причудливо изогнулись пласты камня. Образовали волны. Один водопадик, второй водопадик. Тропа уходит дальше. Высота здесь метров 20, наверное, водопада, 15 минимум.
через поток нет прохода сейчас. Невозможно через воду перейти. Но смельчаки перепрыгнули. И решили пройти дальше. Там еще порядка 3 водопадов есть. Вон туда забрались. Обратная дорога. Здесь полегче, она идет вниз. Смотрите, кому интересно, есть трансфер на сплав. Вот телефон. Вот. Что тут еще? Прогулки на лошадях есть. Вот гостевой дом за рекой. Вот телефончики. Сейчас я вам этот гостевой дом покажу. Карта, схема. Так. Здесь вот еще на лошадях можно покататься. Телефончики есть. А вон он, гостевой дом за рекой.